Добрый день, уважаемые одесситы, добрый день, граждане нашей страны. Меня зовут Карпова Екатерина, я создатель группы, которая называется «Женский отряд гражданской помощи». На сегодняшний день в нашей группе, в нашем отряде более 800 человек женщин, девушек из уголков, разных уголков нашей страны. Миссия наша на сегодня – выполнить более 15 направлений помощи, по оказанию помощи населению в разных направлениях. Начиная от снабжения продовольства, медикаментозного, помощи армии, помощи непосредственно, кто находится на передовой, и взаимодействие с волонтерами, и мы предлагаем помощь, мы принимаем помощь, и мы призываем всех, кто находится дома, кто находится в состоянии того, что имеет желание чем-то помочь, но не имеет возможности выйти и в связи с обстановкой, которая находится в нашей стране. Но, опять же, вы можете присоединиться к нам в группу, и у нас есть ежедневные задачи, цели, в которых вы найдете себя и обязательно будете нужны и полезны. Для нас нужен каждый, нам важен каждый, мы нуждаемся в каждом. Мой партнер Наталья расскажет о том более подробно, чем мы занимаемся и какие направления мы сейчас курируем. Здравствуйте, меня зовут Николайчук Наталья, я соорганизатор нашей волонтерской организации, то есть мы создали канал, телеграм-канал, также странички в Инстаграм, Фейсбук. Мы стараемся заявить о себе и таким образом помочь всем, кто остался здесь. Мы с тыла помогаем нашим военным, нашим гражданским. Наша организация, несмотря на то, что называется «Женская организация гражданской помощи», у нас есть в составе и мужчины, и подростки, и все, кто могут помочь. Мы помогаем не только одесситам, мы помогаем по всей Украине по своим возможностям. В нашу группу входят люди, которые находятся в Украине, которые находятся у нас в городе, в других городах, либо за ее пределами. Те, которые выехали и способны нам помочь за пределами. Например, принять беженцев, разместить и так далее. На месте мы организовываем доставку, помощь продуктов питания тем, кто остался в такое тяжелое время сам. У тех, у кого нет возможности приобрести эти продукты. Также мы осуществляем помощь военному городу, госпиталю и нескольким больницам в городе. То есть мы закупаем медикаменты. Также мы организовываем транспортную развозку, трансфер между городами в направлениях, в которых мы это можем организовать. Кроме этого, мы просим помощи у небезразличных людей. Пожалуйста, помогите нам, чем можете. Мы принимаем любую помощь. Нам нужны в данный момент люди, которые способны координировать и направлять, потому что это тоже очень важно. Кроме этого, мы принимаем финансовую помощь, у нас есть расчетный счет, на который можно перевести деньги, даже 1 гривна спасет людей. Мы помогаем нашим военным, у которых заканчиваются там продукты даже, подушки, одеяло, мы находим это все и обеспечиваем. У нас очень много направлений, по которым мы работаем. Поэтому, если вы понимаете, что вы способны нам помочь, даже еще не знаете как, вы пишите нам, либо Екатерине, либо мне. Наши контактные данные будут на страничках в Инстаграм, Фейсбук, в Телеграм-канале. Также мы их разместим здесь, для того, чтобы вы могли обратиться либо за помощью, либо помочь нам. Мы принимаем любую абсолютно помощь и поможем вам в это нелегкое время таким образом, как сможем. Слава Украине! Героям слава. Также хочу добавить, что мы сотрудничаем с другими организациями. На сегодняшний момент проводится помощь населению в
обучении оказания медицинской помощи непосредственно компания САР, которая давно существует на рынке, которая является профессионалами, они организовывают эти тренинги абсолютно бесплатно. Эти тренинги проходят 3 раза в день. На страничке у меня есть публикация, страничка в Фейсбуке Карпова Екатерина, вы можете найти. Тренинги происходят по 3 раза в день, это в 10, в 12.30 и, по-моему, в 15.00. Тренинг длится 2 часа, он абсолютно бесплатный. Единственное требование – это иметь сертификат с прививками о вакцинации двумя дозами. Что немаловажно, вы должны уметь помочь себе, помочь своим близким. Это знание в ценную жизнь, которое предоставляется бесплатно. Также наши телефоны для связи вы можете найти на социальных страничках и также наша страничка в Инстаграме. Одесса. help.odessa.ukraine 099-300-99-98 Карпова Екатерина 098-265-70-37 Николайчук Наталья. Любая помощь, любое ваше желание уметь вязать, шить, готовить, у вас есть какие-то связи за границей с родственниками, которые хотят помощи, любая помощь, она актуальна. Не думайте, что даже пачка спазмолгона, она для нас актуальна, она для нас важна. Поэтому просим, не оставайтесь безразличными, не проходите мимо, присоединяйтесь к нам в группу. Для нас важен каждый, мы нуждаемся в каждом. Мы вместе. Слава Украине! Героям слава!